«Понимаю», — сказал я. «Когда кто возвращает деньги, он отдает не то, что должно, если отдача и прием наносят вред». «Когда кто возвращает деньги?» «А между тем дело происходит между друзьями». «Он отдает не то, что должно». «Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?» «Если отдача и прием наносят вред». «Конечно, об этом». «Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?» «А между тем дело происходит между друзьями». «Непременно. Как они того заслуживают?» «Подожди, я тогда не понял». «Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?» «Тогда кто возвращает деньги?» «Когда кто возвращает деньги, не отдает ли...» «Он отдает не то, что должно». «Но он отдает не то, что должно». «Да, не да, то, да. Что должно». «Да, да, да. Не то, что должно, если отдача и прием наносит вред». «Если отдача и прием наносит вред». «Так. Ну а врагам, если случится, надо воздавать...» «А между тем дело происходит между друзьями». «Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?» «Непременно». «Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?» «Как они того заслуживают?» «Конечно, об этом». «Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом». «Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того...» «Не об этом ли говорит Симонид?» «Конечно, об этом». «Что такое справедливость? Вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее». «Если случится, надо...» «И это он назвал должным». «Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?» «Да». «Да». «Непременно, как они того заслуживают». «А, ну просто...» «Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом». «А по-твоему как?» «Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его...» «Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость». «Симонид, что, разумеется, из надлежащего и подходящего? Чему...» «Вложив в него, как кажется, тот смысл...» «Чтобы считаться истинным». «Что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее». «Как бы он, по-твоему, нам ответил?» «То есть, Симонид, что?» «И это он назвал должным». «Что?» «А по-твоему, как?» «Чтобы считаться истинным».